Филиал у нас существует, он и будет существовать. Значит, мало того, что в этом году, с сентября месяца, филиал переведен на студенты по очной форме обучения, полный цикл. Эти ребята сейчас проходят обучение. Со стороны университета поддержка выражается в том, что финансирование на одного студента увеличено, и это чувствуется. Со стороны предприятия существенная поддержка ощущается. Значит, предприятие решает многие задачи, и за это им отдельное спасибо. Вот. Встречи, которые, не менее трех встреч, которые проходили до Нового года, значит, они показали ряд вопросов, которые мы совместно решаем. И вот в таком тандеме, значит, будем действовать и далее. Цель наша развиваться, цель наша расти и формировать некую площадку взаимодействия вуз, корпорация, техническое учреждение, то завод, да, в СМПО. Значит, для решения задач в СМПО, для решения задач министерства, то есть подготовка специалистов, подготовка кадров, опережающее обучение, можно сказать, в том числе. Программа, которую вот сейчас начали формировать, программа развития филиала, она предполагает в том числе и участие города, муниципальных властей, управления образованием, значит, и активное вовлечение школ в деятельность филиала. Наша задача в том числе создать здесь центр культуры, культуры мысли, духовного развития, чтобы ребята, приходя сюда, чувствовали себя здесь как дома и уютно себя ощущали, чтобы это не было для них чуждым учреждением.